Мы начнем с этого упражнения. Я, значит, ставлю ногу на эту ступеньку, рука левая немножко сюда, это немножко отводится. И немножко пятку проваливаю так. Вот это упражнение у меня раньше не получалось. Ну, как-то так, не знаю, у меня не тело с ногами, нет, не функционировало. А сейчас я получаю это удовольствие. Я потом прихожу на гимнастику и показываю девчонкам, ну, такие вот, у нас тоже там есть шведская стенка. Я, значит, им показываю. Они меня спрашивают, ну, что ты там делаешь, что там у врача делаешь? Я говорю, ну, так, там такая вот гимнастика. Говорит, ну, покажи, что ты там делаешь. Ну, я показываю, они такие, ну, тоже пытаются сделать, там что-то не получается. Сейчас можно ногу повыше. На ступеньку вот так. Руки делают все то же самое. И тоже вот они что-то делают, я говорю, да нет, смотри, у тебя там плечи двигаются, а ноги не двигаются, или там наоборот. Они такие, ну вообще, Полин, как ты так делаешь? Я говорю, ну, типа я уже научилась. Ну вот еще я им там рассказываю, ну в общем, типа то, что на прыжках нужно выдыхать. Ну, вот, в общем, мы попробовали в прогоне это сделать. Ага, мы, в общем, развалили там весь прогон. Ну, вот, тренер такой говорит, что вы вообще делаете? Чем вы занимаетесь? Мы такие, а мы правильно дышим. Вот, так что такое у нас было. Сейчас можно еще повыше ногу. Спускаемся. Тихонько. Еще очень важно в этом упражнении правильно дышать. Тоже вот, когда одна нога вдох, другая выдох.